Уральцам предлагают проверить результаты кадастровой оценки недвижимости. До конца года их можно будет оспорить в упрощенном порядке. Уже с 1 января в Свердловской области, по этим данным, начнется начисление налога на жилье. Если жители не согласны с оценкой их имущества или обнаружили ошибки в расчетах, эти данные могут перепроверить. Нужно направить уведомление об ошибках в Центр государственной кадастровой оценки Свердловской области или записаться туда на прием. Важно сделать это до конца текущего года, иначе единственной возможностью оспорить результаты оценки останется обращение в суд. Ознакомиться с расчетами кадастровой стоимости имущества можно на сайте Росреестра.